Ребята, привет еще раз. Значит, он полный, значит, ребята, этими, как его, блохи. Я хочу его обработать. О, не надо, ра, Гоги, чё хулиганишь, блин, Гога, чё с тобой? Не волнуйся, бичо, мы тебя не тронем, чё волнуешься, бичо? Смотри, а этот, смотрите, ребята, шаурму жрет, блин. Вот молодец. А я его хочу обработать, короче. Сейчас все, собачек не покажу собачек. Давай, успокоимся. Успокоимся, мой хороший. Хороший или хорошая. Сейчас обработаю тебя как следует. Оборсикаю тебя как следует. Вот, ребята, вот это самое хорошее средство от блох. Вот, киси-миси. Все. Мяу! Ой. Он полненький, ребята, вообще полные штаны, короче. Мяу! У позвоночника надо. Ребята, у него полно на животе и у ног. Я сейчас и обработаю. Пишут, что у позвоночника, но у него очень много, ребята, очень много. Все уже. Вот, ребята, кот без блох. А то шаурму лопает, блин. Вот этот побежал. Кисара. Бичу, поделишься шаурмой? Шаурмой поделишься? Давай. Ты уже все сожрал? А? Давай Гоги накормим. Гоги давай накормим. Ты что не кушаешь? Давай до конца кушай. Ругаться будете, я сейчас вас накажу обеих. Обоих накажу. Кушаем вместе. Кого накажу, посмотрим сейчас. Вот так кушаем. Киса-киса Лариса. Ну все, ребята, вот такие, короче, пироги. Во имя, как я рад, что животные счастливы, ра. Животные счастливы, я тоже счастлив. Ну все, ребятушки, пока-пока.